Друзья, добрый вечер. Сегодня у нас выйдет коротенькое видео. Мы снова на своем месте, где издалека видно Волгу. Сейчас попробую. Не получится, да, приблизить ее. А как? Нажать надо? Нет. Мы уже смонтировали кусочек, ну, половина видео, которое мы в первый день уже на занятии, там спрашивали в комментариях, это, вернее, говорили, что, наверное, только через несколько дней будут все занятия, все остальное. Ой, мой листочек улетел. Нет, друзья, сразу, только в первый день, как мы приехали, да, адаптировались, а на следующее утро все, вот это был полностью такой у нас рабочий развернутый день до вечера, до 5 вечера. Мы смонтировали видео, но только половина, потому что это и то вырезали, старались. Да, мы 20 минут оставили, а там больше 2 часов все. Но мы разделили на 2 части. Завтра выйдет, ну, не знаю, может, в 11-12, ну, в общем, утром выйдет 1-я часть, а потом будет продолжение. Ну, а сегодня только коротенькое. Да, еще за видео хотела сказать, может, кому-то будет неинтересно смотреть, как с Димой занимаются. Но это нам и чтобы память осталась, и как заниматься, и все остальное. Поэтому, если кому неинтересно, как мы всегда говорим, не смотрите. Вот. То, а многие писали, что, Лена, нам не интересна твоя работа, что ты делаешь ремонт. Нам интересно смотреть, как Дима занимается и все остальное. У каждого свой, да, приоритет, что хочется смотреть. Да, кто только из-за собачек, из-за котиков смотрел нас. Ну, в общем, друзья, мы... Как еще раз повторюсь, мы снимаем, показываем свою жизнь, что происходит. И ремонты, и когда котики, собачки, когда с Димой, и все остальное. Так что уж это. Хотела вам распорядок дня просто рассказать. Да, спрашивали. В общем, здесь подъем в 6:30. Вот. Ну, не категорически, не приходят, не будет, а ты сам должен проснуться. Потом с 6:30 до без 15:08. Гигиенические процедуры. Ну, это там умываешься, зубы чистишь, кто в туалет сходить, ну и все такое. Душ принять или еще что-нибудь. Да. Так, потом идут это измерение, ну, давления, температуры и назначение лечащего врача. Там, если уколы кому-то, таблеточки или еще что-нибудь такое. Да, капельницы, ну, в общем, вот такое. Потом без 15:08 до 8:30 идет завтрак. Время завтрака, обеда и ужина, ну, не ограниченное. Там дается, я не знаю, 1,5 часа, а то и больше. Потому что занятия у людей не каждый может в одно и то же время, ну, закончить. Поэтому, чтобы не было такого, что эти специалисты сидят без дела, а все пошли на обед. Поэтому все это свободно. Когда захотел, тогда подошел. У каждого там за каждым столик закреплен по номеру палаты или комнаты. Я даже не знаю, как. Всех называют по именам. На дверях висят такие на листочке отпечатаны имена, кто в этой комнате проживает. И медперсонал. Все тоже, это у них хоть бейджики, имя, отчество, но говорят, у нас тут по имени. Прежде чем зайти в палату, всегда стучаться. Мне как-то аж непривычно. Говорят, нет, у нас так заведено. Если никого нет в палате, то никто заходить не будет. Ну, может быть, кроме горничной, если там, или полы помыть, поубирать. Вот, а так, так что, вот дальше. Дальше у нас по расписанию. С 8:30 до 12:00 это тоже занятие, у кого какие дают, же на каждого дают отдельную бумажечку вечером, расписание на утро, где какие процедуры.
ну и обход врачей. Так, потом вот с 11:30 до часа обед. Потом с часу до 5, опять же, это идут занятия по расписанию и по необходимости обход врачей. Но это не в обязательном порядке, не как. Обход врачей не прописан, что там ежедневно и в каждую палату. Это можно по необходимости, да, если врачи что-то хотят уточнить. Да, ординаторская, можно к врачу всегда подойти, пообщаться. Там медсестринская и ресепшн, в общем, это можно подойти к любому. И горничная, и, в общем, всех по именам называют. Так, потом без 15:06 до 6:30 ужин. Вот. Потом опять с 6:30 до 9:30 идут выполнения также назначения врачебные. Это тоже вечерние там замер давления, температуры, ну и если кому-то на вечер что-то назначено. В 19:30 сонник. Я думала, что это сонник такой. Думаю, неужели это типа тихий час, думаю, 7:30. А нет, это 4-й, ну как, ужин. Такое дают кефир, молоко, ряженку. Там тоже можно на выбор. Или коржечки, или какие-то булочки, выпечку, там сок, фрукты, все такое. Ну, а потом с 9 до 10 также гигиенические мероприятия. И 22:00 отход ко сну. Отбой, да. Написано, чтобы не нарушать это распорядок дня, ну и все такое. Так, ну, друзья, это территория, конечно, здесь не огромная, ну есть вот прогулочные аллейки такие. Тут еще, конечно, работать, облагораживать, обустраивать. Вот, ну, прогуляться есть где. Да, ну, есть беседки. Это тут уже ближе ко входу. Вот. Ну. Вот так, друзья. Так, еще за руку хотели сказать. Доктор, который, ну, вернее, это специалист, который занимался на реабилитолог, вот это, она сказала, что здесь контрактура, где мы присутствуем, полностью ее разогнуть, как вот у здорового человека, не получится. Но на сгибание-разгибание, вот это, конечно, упражнение нужно делать, чтобы он мог что-то держать и все такое. Хватательный рефлекс, чтобы у него был. Вот. Ну, все, друзья, не будем затягивать видео, а то интернет очень слабый здесь, очень долго загружается, поэтому, видите, долго хочется пораньше вам выпустить, но не получается. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения, задавайте вопросы, пишите комментарии. И хотим сказать всем огромное-огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше понимание. Вот, да. Спасибо вам, друзья. Все. За все, друзья, да. Всем крепкого здоровья, мирного неба и всего-всего наилучшего. Издалека долго течет река Волга. Да, друзья. Как будто бы на картинке смотришь. Конечно, хотелось бы поближе, как к набережной, посмотреть, водички похлюпаться. Ну, издалека тоже наблюдать. Так что всем пока-пока.